ЛТЕ рулит. Пиздец. У меня зрители что-то не приходят. А, вот все. Тара-та-та, тара-та-та, тара-та-та-та-та-та-та-та. 50 человек. У-у-у. Я обещала кофейку. Чё? Я обещала кофейку. О, какао. Твоей мамаши? Нет, это у меня дома. Хата Семченко? Нет, я не в Иваново. Я все еще в своем родном городе. В Санкт-Петербурге. Понимаете? Но я не у себя дома. И это странно, ведь в это время обычно я сплю у себя на хате. Но ведь я сейчас вижу новогоднюю елку. Охуеть! Это же новогодняя елка. Это зеркало? Да. Нет. Тут просят какую-то белку. Кто такая? Хуй знает, кто это. Не знаю такой. Я в душе не ебу, кто это, честно. Сука! Кружечку зацени. Кружечку зацени. Ты где? Вот, кружечку. Что это такое? Зацени. Я тебе покажи дам прископ. Пить из нее. Пиздата. Теперь все догадаются, кто это. Ну, по крайней мере, все, которые... Кирилли, это ты... Нет, это не я. Ебать, у тебя засрано. Да это не моя хата. Моя хата еще больше засрана. Так что вы не думайте, я бы до такого не скатился. Это я убралась еще. А, класс. Какой Сони? Нет. Тут даже близко такого нет. Смотрите, вы можете увидеть мои ноги в кадре. Ой. В наших именах нет ни одной похожей буквы. Наверное. Да, в наших именах нет ни одной похожей буквы. Есть. Какая? Ни одной. Блядь. В этом и прикол. А вот зеркало попизже. Тут ничего не видно, кроме тени. 200 человек, да хуй хера! Что вам так интересно? Вот смотрите, интересно смотреть на беспорядок. Блин, круто, конечно. Можете смотреть, я не против. Смотрите. Это хна. Хна-хна. А это перцы, ребята, настоящие перцы. Красные, спелые, блядь. Приходите, собирайте. И кофемашина. И кола, конечно. Кто же подсоединился? Ребята, у меня есть Кока-Кола. Даня Гонсон знает у кого-то. Серёжа опять не у себя, ура. Что я могу сделать? В смысле? Что за хуйня? Блять, это магия. Блять, что происходит, сука? Хватит! Это не то, что я хотел. Серёжа, так, давайте-ка съебемся в другую комнату, дабы нас никто не слышал. Она нихуя не слышит. Так, что тут у нас? Это у нас клавиатура, монитор, мышка, диван. Пиздата. И опять зеркало. Не покажу свой ебал на протяжении всего перископа. Знаете почему? Если я не покажу свой ебал, значит я не удалю перископ утром. А это же результаты. Потому что я сейчас очень странный. Всему свое время. Так, это у нас что такое? Что такое? Это Париж. Это Париж. Там везде написано Париж. 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 Париж, 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 Париж. Ты кто? Бебека. Сука. Нах. Сейчас выключит перископ и начнется. Так, ребят, короче, знаете что? У меня плохой интернет. Я думаю, что пора заканчивать перископ. Бля, лагает, пиздец, сука, вообще говно. Все. Лагает же, да? А? Лагает же, пиздец, да? Наверное, да, я не знаю. Я вижу, у меня минус 4. Я снежинка. На улице даже не минус 4. Алкаша. Нету тут алкашей. Короче, ребят, серьезно, давайте. Скоро, может, перезапущу. Спасибо большое за просмотр. Тебе со сливками или без? Конечно, сливками. Пусти меня тогда.
Здрасте. Тебя не было видно. Успокойся. Все, ребят, пока. Удачи. До завтра.